Для Юрия Николаевича и Раисы Сергеевны Соколовых этот день особенный. Как и 50 лет назад, на их лицах волнение. Хотя невеста признается, что сейчас проще. Поддерживают дети, которых у Соколовых двое, внуки, а также друзья. Полвека назад Соколовы скрепили свой союз узами гименея спустя всего несколько месяцев после знакомства. Говорят, что почти сразу поняли, что созданы друг для друга. Все 50 лет Юрий Николаевич – настоящая опора семьи. Трудился металлургом, избирался депутатом, но, несмотря на занятость, всегда находил время для жены и детей. Раиса Сергеевна, как и многие советские женщины, тоже много работала, но семья всегда была для нее на первом месте. Наверное, в этом и есть секрет долгого семейного счастья, который теперь станет примером для молодых волжан. Имена супругов Соколовых уже занесены в книгу «Золотых юбиляров», а в ЗАГСе Юрию Николаевичу и Раисе Сергеевне вручили диплом и свидетельство о браке с новой пометкой «Золотая свадьба». И по существующей традиции, знак любви и уважения, супруги Соколовы обменялись новыми обручальными кольцами.